Не трогал бы Крым, потому что это уникальное совершенно место, экологическое, заповедник. Я бы оставил его диким вообще, ничего бы там не делал. Просто под страхом смертной казни я считаю, что что-то там делать – это кощунство и вообще преступление перед природой. Его надо оставить вот девственным, нетронутым. Там вот заниматься туризмом, яблочки растить, там персики, жердели, не более того. Мое личное мнение. Потому что если там начнутся как бы порты какие-то там безумные, бла-бла-бла, это все уничтожит уникальную совершенно экологию этого места. Вот. Это должен быть заповедник, национальный заповедник.